Здравствуйте. Повторно заявляю, фамилия Зубарев. А где? Зубарева нет. Не вижу. Я вам сейчас покажу паспорт с пропиской. В смысле, что это у вас написано? Что тогда за встреча такая, на которую не можно посетить? Вот. К нам, бабушка, пожалуйста. А у меня не к нам. То, что подали нам в список. На каком основании меня не пускают на встречу? Вчера мы целый... Мы только удаем приглашение. Пожалуйста, кто... Я являюсь жителем Химок. Почему я не могу прийти на встречу с главой? Можете прокомментировать? Покажите, кому вопрос. Покажите, кому вопрос. Дайте ссылку на человека, кому вопрос нужно задавать. Нам можно? Балакина. Вы можете мне ответить на мой вопрос? Ответьте, пожалуйста, на вопрос кто-нибудь. Я хочу сейчас зарегистрироваться. Я могу сказать, на списке а нет оформки. А как это где было сделано? Вот, можно ли с компетентным человеком пообщаться? Здесь нет. А если я здесь таких нету. Мы только выдаем. Кто ответственный за данное мероприятие? Мы только регистрируем. Я, к сожалению, заранее не зарегистрирован. Вас тоже не пускают, да? Да. Отлично. В чем проблема-то? На Р. Вызывайте полицию тогда. Рахимов. Они не хотят пускать. Я сегодня, только узнал, что есть встреча с мэром. Ну, она только сегодня и появилась с ним. Да, я хотел бы поинтересоваться, там, беспредел на Кирова творится. Снимайте на телефон. Давайте снимать, потому что, ребята, я не знаю, что это за встреча такая тайная. Надо вызывать. Меня не пустили. Я показал паспорт, прописку и даже могу предоставить телефонный разговор, где меня приглашают на встречу. Давай, хорошо, сейчас пройду. Надо ее сам с администрацией как-то пойти. Нет, здравствуйте. Не знаю. Здравствуйте, как с компетентными людьми связаться? По какой причине меня не пускают? У вас нет приглашения. Что значит нет приглашения? Я являюсь жителем Химки. У нас не пустят без приглашения. Не пустят. А кого пускают? Кого пригласили тогда? Можно вопрос? По пригласительным. То есть вы не отрицаете, по пригласительным билетам только приглашают. На встречу с главой города Химки. Все верно. Хорошо, сейчас будем разбираться с полицией тогда. А можно компетентных людей тогда позвать сюда? Балатина. Только Балатина. Почему вы молчите, ребят? Я обычно же... Я хочу пройти на встречу с главой города Химки. Я не регистрирую по какой-то причине. Я предоставил паспорт с пропиской. Предоставьте компетентного человека, с которым можно пообщаться на эту тему. И мне тоже. У меня тоже паспорт с пропиской. Что это за тайная встреча такая с главой? Вы можете ответить на вопросы? Позвать главного. Кто компетентен в решении этого вопроса? Ну, к кому обращать? Почему вы молчите, как рыба? Вот, зарегистрируйтесь, проходите. Давайте при вас. Меня не хотят регистрировать. Я показываю паспорт, прописку. А кому вопрос? Вы должны знать компетентных людей. Покажите мне девушку, человека. Покажите мне компетентное лицо, с кем можно обсудить этот вопрос. А куда нас линяло-то? Вы что, людей провоцируете? Да, больше никогда не буду. Вот скотина-то, а? Мало того, что нигде оповещения не было толком, так вы еще и не пускаете. Можно мне еще? С нами НКО, авторизация.
То есть по проходу только организации, правильно я понимаю? Простых жителей мы все весело, дружно послали куда подальше. Открытая власть. А мы постараемся донести до губернатора информацию, как у нас местных жителей пускают на встречу с главой. Не, ну конечно, перестанем. Нам сейчас нужно это. А я являюсь председателем МКД по юбилейному проспекту. А в списках стоит имя женщины, которую я не знаю, вместо председателя. Я помощник депутата, тоже не могу зайти. Я написал Волошину смс-ку. Правильно, пускай господин Волошин спускается и приглашает делает, на открытую власть. Он вообще бессовестный. Вот вся правда. Правильно говорите. А Волошину просто нечего отвечать. Ага. Нечего, ни одному, ни второму. Как они любят в интернете отписываться, да, с чужих страниц? Да. И прислать картинки дворов, которые не доделали. И другие дворы присылать. Чего им недостаточно? У меня есть паспорт и прописка, что я химчанин. А вас почему не пускают? А у меня в списках нет, у меня нет. Да, на 8 марта. Нас посадили, сказали, что дают пригласить. Я знаю. Нас посадили, сказали, куда пришли. Да, нету в списках, да. Так. Мне позвонили с ДЭЗа. Что я сюда записал? Я сейчас Воробьеву напишу. А что вам пишете? Я из дома. Сейчас я все вот это вот напишу, безобразие. Здравствуйте. Хватит, надоел. Здравствуйте. Здравствуйте. Я писать всю картину в Химках, что говорится. Короче, Воробьев, я сейчас приду домой, надеюсь, совершенно бесполезно. У нас только меняются все главы, а толку никакого. Я же в Старпе, я же пришла. Закрытая вечеринка. Алло. Так вы поймите, даже оповещение, что встреча будет, появилось только сегодня на официальном сайте администрации. Только сегодня. И что там написано? Что с общественностью, с жителями и так далее. А здесь мы выясняем, что мы не можем пройти, даже с паспортом химкинским, с химкинской пропиской мы не можем пройти. То есть получается, мы что, изгои? А какая разница, что я буду там задавать? Я пришел на встречу с главой своего города. Смотрю в списках, тут приглашены. Нету базара. Нету. Может, я есть? Спасибо. Нету в списках? Нет.